Вот наш райончик, в котором мы остановились. Там еще коттеджи идут. А вот наша улица. Ура! На сегодня тучки. Конечно, отвыкшие мы от снега, но нам очень нравится. Ну что, мы здесь? Большая очередь, Свет? О, очередь очень большая. Стоим и ждем в линии, когда все-таки нас пропустят и сообщат, если погодные условия разрешают сегодня поехать наверх, потому что там сильный ветер, туман, и погода не совсем нам улыбается. Ну а людей, наверное, сколько здесь? Километр 500. Это, еще километр здесь, это которые как мы, типа, знаешь, ля-ля-ля пофоткаться. А там еще именно с этими, с лыжами, да, с этими досками. Там тоже, наверное, 2 километра. Получилось у нас попасть. Очередь громадная, но начался ветер. И сказали, что это небезопасно ехать туда. Все стоят, ждут своей очереди. Сейчас едем на озеро прокатнуться, так как у нас не получилось сегодня на вышку забраться. Мы не расстраиваемся, потому что здесь еще много что можно посмотреть, что мы не видели. Вот сейчас едем на озеро. Ну, у нас погода очень хорошая, солнышко. Кстати, не сильно холодно, да, на улице? Но вроде бы в понедельник уже должно быть очень много снега. Жалко, конечно, что мы не застанем. День чудес. Ну ничего. Приехали на озеро. Очень красиво. Здесь вот смотрите, какое солнце. Ну и тучки такие, облачки. А там вот, куда мы должны были подниматься, там черным-черно. Озеро Лейтага, озеро Тага, спокойненькое, там он даже гейзер бьет, тачки, Ташулька наша. Конечно, очень красиво, воздух очень чистый. Чем ценится Лейтага, озеро Тага, это кристальные свои. Замерзает, кстати. Гуляем. От гостиницы. Там на озере есть. А туда вон уходит далеко-далеко в гору дорога. Конечно, очень красиво. У нас сегодня на обед будет плов от повара. Петр, как тебе по батьку? Да? Серьезно? Вау! Дмитрий Александрович у нас тоже. Говорила бы братья. Братья всего отвезти. Очень вкусно пахнет уже. Сейчас лучок кинет, тогда еще сильнее запахнет. Температура теплая.
ели, и вот эти сосны, а то вот березы. Странно. А видишь, они между посадили, да? А вон с другой стороны озеро видится. Здесь, кстати, почему вот так вот голо немножечко, здесь вот горели леса. И потому вот такие обгорелые все деревья. Ой, страшно. Да, прям дорога такая, еле-еле две машины разъезжаются. Серпантины такие здесь, крутые. Это вообще в гору, да? Да. Интересная такая дорога. А там он вниз. Какая красота отсюда. Там внизу такое озеро. Ух, как низко там. А как красиво. Красота, смотри, обалдеть, а? Там какой-то островок, наверное, кто-то имеет его лично. Вон туда дорога идет, там вот мы ехали сейчас. Небольшой снежок идет. Отдохнуть. Красота такая. Дима пошел зайцев и волков искать.